Привет, родители! Снимаю вам видеоролик в нашей квартире. Это наша гостья Ксюша. Хочу сделать обзор на нашу квартиру, в которой мы сейчас живем, потому что я вам показывала, но было не очень удобно, не очень видно, и поэтому я вам сейчас покажу. Начну с прихожки. Вот она, наша входная дверь получается. Сейчас я опять к ней встану, чтобы было понятно. Вот они, дети, собираются краситься. С этой стороны кухня, с той стороны зал, там спальня, через зал еще одна спальня. И вот это, вот прям показываю на дверь, это вход в ванну. Это кухня, вот такая она. Вот сейчас я туда зайду, покажу. Холодильник. Такой высокий, большой холодильник. И это вот мультиварка. Тут стоит кулер, таблеточки, витаминчики, яблочки. И тут всякие ящички нужные, ненужные. Вот. Это получается стол такой. Вот эта вот люстра у нас падала, я про нее рассказывала. Вот. Это вот такая у нас кухонька. Это вот такое вот окошко. Там уже вовсю весна. Вот в окошке как. Кстати, асфальт влажный. Обратите внимание, ночью был дождь. И полил мою морковку, мои грядки. Вот так. Вытяжка, но она не работает. Вот такая газовая плита. А вот это вот как раз, это горшочки подсаженцы. А вот это как раз вот газовое оборудование. Здесь мы включаем газ. Это стиральная машинка, микроволновка и шкафчики. Вот. Это вообще-то здесь у хозяев был аквариум, но у нас здесь свой получился аквариум. Сюда мы ставим бутылки с водой. Так, теперь проходим, где зал. Вот это у нас зал. Вот такой вот солнечный красивый зал. Шторки я привезла из Новосибирска. Вот такой коврик. Кстати, не показала полы, сейчас покажу. Это уже дети играют, раскидали игрушки. Это вот домик для Барби, кухня. Ну, это книжки всякие Миланкины. Это коробочка от комодика. Мила хочет из нее сделать шкафчик. Это телевизор для этого зала, он маленький. И это вот диванчик. Здесь опять играют дети. Это вот раскладной столик, когда Лена Ионкина приезжала, мы его расправляли. И ели все вместе. Так. Обращаю внимание на напольное покрытие для папы специально. Это ламинат. Это Миланина комната. Это ковролин. Вот такой веселый ковролин. Комнатка очень маленькая, очень компактная, но и удобная. Это вот такая кровать. Вообще вот на кровати вот эти палочки стоят, на палочке вот эти подушки висели. Получается как такой диванчик. Но Мила все время закидывала на них ноги и все время срывала палку, поэтому мы убрали, дабы совсем не доломать. Здесь вот прикроватная тумбочка, стол письменный, так что Милана к школе готова. Стул, тут была подушечка. Ага, она уже, вот она, дети уже играют. Здесь у Милы игрушки, здесь комод с ее бельем. И это шкаф. Вот такой высокий шкаф. Это у Миланы вид из окна. Тюли я тоже поменяю, я свои привезла. Буду менять. А вот это, кстати, вот это вот. Это вот такой вот заборчик тоже. Заборчик этот Сергей садил, высаживал. Вот такой заборчик, это вокруг дома. И вот этот вот участочек, в том числе вот эта яблонька, которая стоит, это все как бы наше. Вот мы здесь тоже, наверное, посадим цветочки и подстрижем заборчик, потому что он уже оброс. Вот. Ну вот, собственно, эта комната вашей внучки.
Миласьки, мы отсюда пойдем. Сейчас покажу. Ага, еще вот покажу один тут. Видите, какой у них соломенный был диван. Диван хорошенький. То есть все хорошенькое, но вот эта вот солома, это не мы сделали. Это уже было так, я ее всячески прикрываю, но она все равно галяется. Поэтому я вот тоже хочу сшить чехол. Сейчас до лета ищу, сейчас хожу ткань недорогую, хорошую. Ткань недорогую, хорошую. И потом уже обошью. Так. А, вот я хотела пол показать. Вот это не ламинат. Вот это ламинат получается. А вот это уже кафель. Это уже кафель. И сейчас на кухне размыто. Вот это тоже кафель. Еще здесь вот стул. Он немножко неудобный. Почему он высокий? Вот эти стулья, на них забираться очень неудобно. Так. Вот, значит, зал и Миланина комната мы прошли. Это коридор-вешалка. Вправо идет у нас туалет и ванна. Вот такая туалет и ванна. Совсем небольшие, тоже маленькие, компактные. Раньше здесь был чулан. Раньше здесь был чулан. Вот так вот заходишь. Стеклянные полочки. Тут у нас все стоит. Здесь он. Видно, не видно. Горшок наших товарищей. Это раковина, зеркало, унитаз. Здесь старый горшок. Мы его просто помыли, уберем, он сохнет. Это ванна. Ну и тут вот тоже всякие принадлежности. Окошко есть. А вот здесь вот тазик. Тазик у нас почему? Потому что вода еле-еле бежит. Сейчас я папе продемонстрирую. Он все хотел. Вот так вот у нас самый большой напор. Вот такой. Это самый большой напор. Я на максимум включила. Вот так. Мыться, конечно, очень-очень тяжело. Это сушится обувь. Это вот в прихожей у нас вешалочка, когда мы выходим. Это сушится зимняя обувь. Мы ее уже все поперемыли, поставили, она сушится. Ну и теперь у нас наша комната, спальня. Здесь немножко бардак, но ничего. Вот это у нас такое окошко. Видите, здесь как-то они не делают... Как это называется-то? На все окно, на всю стену мы делаем и вешаем шторки, а здесь вокруг, вокруг окошко почему-то делают, и все. Вот это наша комната, наша спальня. Миха тут спит. Миха Михыч. Вот. Я еще не заправляла, потому что ребенка привели. Я что-то решила, что я вам сниму быстренько. Покажу. Это домик Марселя, он пока что там еще спит. Зеркало. Комодик Костя собирает. А это вот полочки. Вообще они стояли в зале, но мы их приспособили, поскольку нет полок для взрослых. То есть только комод для ребенка в детской комнате. А для вещей для взрослых мы вот так вот вышли из положения. Просто положили и все. Ну и шкаф. Вот. Еще раз сейчас положу, покажу вид из окна. Это вот коттедж, окна в окна стоит. Ну, то есть вот тут видите, да? Тут одни коттеджи уже, все. Тут вообще нету больше таких домов, и тут далеко-далеко коттеджи. Вот это уличная дорога мокрая. Это вот наш заборчик, который подстричь надо, это яблонька. Притом яблоньку добрые соседи с первого этажа нам, тот самый дедушка, вернее его жена, бабушка, она вот все деревья в этом году белила во дворе, и наша побелила. В общем, вот так вот такой у нас забор. Забор стоял вообще зеленый всю зиму. То есть он не осыпался, ничего. Он стоял всю зиму прям вот такой вот зелененький. Да, и вот этот вот, видите, тоже зеленый рай у соседей. Вот такой кустарник. У всех, видите, забетонировано, а вот высадили люди.
у себя там такой газончик, и вот какие-то вот такие лохматые цветы. Цветы тоже оказались вот эти морозоустойчивые. У нас во дворе тоже растет таких 2 или 3. Вот я, к сожалению, я снимаю на телефон, и камера не приблизит, что это за цветы. Так вот, они вообще тоже вот были морозы, они даже у них даже не постеснялись, так скажем, не засмущались и не подвяли. Как были, стояли пушистые, так и стоят. Ну, в общем, все. Сейчас я закончу. Покажу вид уже из самой дальней комнаты на входную дверь. Все. Теперь следующее и будет у нас наша экспедиция такая. К нам на участок я покажу, что мы посадили, что мы сделали. Ну вот, все. Пока-пока.